Дадон и Усатый успешно справились со своей задачей, естественно. Я оба вполне убежден в этом, и не только я, но и позиция нашей партии такова, что это работа того же Плохотнюка, того, который, по сути дела, сейчас руководит страной. Эти ребятки работают на одного и того же человека. Несмотря на их лозунги, несмотря на то, что они там клянутся в вечной борьбе с ними и так далее. Это не так. В республике происходит пока что происходит борьба кланов, борьба олигархических каких-то структур, богатых, успешных друг с другом. За власть. Борьба за власть. Вот что сейчас происходит в стране. Вот какие мотивы поднимают их. Вот почему и благодаря чему приводится масса на площадь, пытаясь раскачать ситуацию. Но никак не получится.